Сегодня день похода в магазин, а это значит, что у меня будет либо новая машина, либо новая одежда, либо собачка. Я очень давно хочу собачку. Ну? Кажется, это ребенок, но я же не знаю, что с ним делать, как его успокаивать. Наверное, тебе надо чем-то накормить. А что у меня есть? Попкорн! Это же идеальная еда для детей. А ну, открывай ротик. Все, все, поняла. Может быть, ты хочешь игрушку, но у меня же ничего нет. Ладно, ладно, сейчас постараюсь найти где-нибудь тебе игрушечку. Тише, тише. Ну-ка. Вот так вот. Это все, что у меня есть. Выбирай, какой-то странный чехол или розовые очки. А у тебя есть вкус? Назову тебя Барби. Какие мамины туфли тебе больше всего нравятся? Согласна, они все прекрасны. Мои любимые! Красота! Барби, сколько раз я тебе говорила, не трогай мои туфли, тебе рано такое носить. Мама, Барби, ну когда мне уже можно будет носить красивые наряды? Сначала нужно вырасти. Я хочу вырасти! Маленькой тоже быть неплохо, не нужно следить за фигурой. Ты большая и тоже не следишь! Когда это такое было? Я вообще-то на диете! Именно поэтому в нашем розовом холодильнике не остались Барби сосиски! Не было там никаких сосисок! Мама, Барби, а когда у нас будет собака? Поверь, я тоже часто задаю этот вопрос. Для того, чтобы у нас появилась собака, нам нужно набрать 5 миллионов подписчиков на канале. Тогда пусть все прямо сейчас подпишутся. Это же не сложно. Ладно, малявка, пойдем делать мейк. Что, правда? Мне? Ну что за глупости? Конечно же мне. И вообще, встань, помоги маме передвинуться. У меня всего 4 подвижных сустава. Как всегда. Мама, ну я же не умею делать мейк. Как же мы будем краситься? А как же ты тогда станешь взрослой? Ведь только макияж сможет сделать из нас самых красивых кукол. Получается, мне надо учиться? Все верно, неумеха. Я не неумеха. Сейчас как накрашусь. Ясно, ясно. Ну и в кого ты себя превратила? Ты похожа на матрешку. Зато я уникальная. Таких, как я, больше нет. Да уж, таких точно нет. Все, давай, время позднее, тебе пора в коробку и смой это с лица. И почему мне досталась такая злая мама? Кто там скрипнул? Ну-ка, марш в коробку! Остаться маленькой или вырасти? Мамочки, где это я? Здрасте! Добро пожаловать в Барби-школу! Барби-школа? Обалдеть! А что все здесь зеленое? Чтобы мои ученики не сливались цветом стен, а то будет слишком много розового. А, понятно! А куда можно сесть? Садись сюда. Как тебя зовут? А как? Барби! Оригинально. Подвигай рукой. А, так ты новая модель, так и напишем. 8 подвижных суставов. Пластик. Без запаха. Правда, без запаха. Ну хорошо, доставай учебники. А это кто? Это орангутан. Та-там. Ну хорошо, тогда его убери, пожалуйста, на время урока. А доставай тетрадочки. А вот это я сама сделала. Ну какая ты молодец, так хорошо подготовилась к первому дню в Барби-школе. Да это еще не все. Еще у меня есть новые ластики в форме мороженки и розовые тоже есть. А еще у меня есть этот блокнотик фламинго. Замечательно, как хорошо твоя мама тебя подготовила. Вообще-то это не мама, это я сама. Я все лето работала манекеном в магазине. У тебя есть бизнес-жилка? Неплохо для первоклассника. Наконец-то, хоть кто-то меня похвалил. Приступим к первому уроку. Сегодняшняя тема – цвета. Ага, это мое самое любимое. И начнем мы с самого важного цвета. Можно я?
одно очко Барби. Моя первая оценка! Превосходно! Ну хорошо, Барби, тогда тебе еще одно задание. Назови 5 предметов розового цвета. Давайте фламинго, пончик, мой дом, мороженое и облачко. Молодец! А теперь назови 5 предметов черного цвета. Черный? Я вообще не уверена, что знаю вещи черного цвета. Но если только моя подруга, Уэнсдей. Это отличный результат, Барби, потому что только розовый цвет имеет значение. Правда? Я нашла свое призвание. А теперь берите двойные листочки, будем писать тест. А вот это уже серьезно. Мамочки, я боюсь. Вот твой тест. Не переживай, каждая Барби его проходит. Какой цвет волос Барби? Радужный. Любимый вид спорта Барби. Аэробика. Какой первый питомец у Барби? Как какой? Не собака же. Лошадь. Любимое лакомство Барби? Ну, конечно же, пончики. Как зовут парня Барби? Что за вопрос с подковыркой? Не знаю никаких парней. И вообще я их не встречала. Ну что, готово? Да. Правильно, 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 правильно. А почему в последнем вопросе прочерк, Барби? Ну, я не знаю ответ на этот вопрос. Ой, да все так говорят. А потом у каждой Барби появляется свой Кен. Ладно, 5 с минусом. Кен? Что за дурацкое имя? Так, переходим к следующей теме. А, звонок. Это что, можно на перемену пойти? Да, можно. И не забудьте пообедать. А пончики куда? Направо. Опять право-слева перепутала. Я их нашла! Первый день в школе явно задался. Какая здесь классная розовая еда! Как же я обожаю школу! Интересно, с чем этот пончик? Я забыла прочитать. Кажется, с клубникой. Ну, конечно, я же в Барби-школе, здесь все клубничное. Ну, максимум вишня. Я же совсем забыла позвонить маме. Надо позвонить маме. Она будет счастлива узнать, что мне поставили такую высокую оценку. Алло. Алло, мам, представляешь, сегодня мне в первый же день поставили 5. Поздравляю. Главное, ни на что не отвлекайся, особенно на мальчиков. Мам, да какие мальчики? Ты же хочешь стать самой лучшей куклой? Да, конечно. Тогда слушайся маму. Самая лучшая кукла. И это теперь моя цель. Это кто? Я его где-то видела. Это что? Кен? Ну, если и кепку убрать, и волосы другого цвета, похож. Ну, привет. Одна тут отдыхаешь? Одна. А как тебя зовут? Барби. А я Кен. Ты здесь новенькая, Барби? Ага, первый день в школе. Тогда тебе точно нужна моя помощь здесь, ведь я первый парень в этой школе. Нет, мама вообще-то сказала, никаких парней. Ну, как хочешь, я легко другую найду. Нет, подожди, я, может быть, еще передумаю. Передумала, уже. Тогда приглашаю тебя. Барби, мне так понравился сегодняшний день. Я, кажется, влюбился. Ты станешь моей женой. Какой сложный выбор. Прости, Кен, я не простая кукла Барби. Я продолжу учиться. Что? Барби-институт! Мне
день! Я готова стать профессиональной Барби! Добро пожаловать в Барби-институт! Вы уже стали взрослыми, и вам пора выбирать свою будущую профессию. Вы можете выбрать одно из трех направлений. О, сейчас будет решаться моя судьба! Что выбираете? Барби-русалка, Барби-фея или Барби-принцесса? Конечно, Барби-русалка! Все хотят ими стать! Сейчас посмотрим. Мест на Барби-русалок больше нет. Ну как же так? А куда есть? Ну, вот на Барби-принцессу парочку осталось. Барби-принцесса? Это же так волшебно! Ну давайте. Отличный выбор, вы приняты. Ваша корона, по ней скидка на пончики и транспортную карту. Транспортную карту? А на чем я могу ездить? Ну, метро, автобус, трамвай, все, что удобно. А я думала, карета, ну, сани, либо на слоне. Нет, девушка, это вам надо было тогда в институт сказочного транспорта поступать. Ну, ладно, зато мне идет корона. Так, и еще один важный момент. Вам нужно выбрать, классическая принцесса или современная. Вот это выбор! Классическая. Поздравляю! Ваше обучение на классическую принцессу началось. Для начала соберем информацию. Какими навыками обладаете? Но я умею хорошо краситься, выбирать наряды и делать прически. Ого! Да у нас тут необработанный алмаз. Меня Барби зовут, если что. Что-то еще может быть? Скрипка, фортепиано? Нет. Иностранные языки? Parlez-vous français? Не parlez-vous. Что ж, хорошо, начнем с азов. У любой принцессы должен быть конь, поэтому первое занятие будет по верховой езде. Что? По какой еще верховой езде? Ау! Я уже вон вляпалась! Первое правило принцессы – смотреть под ноги. Правило максимально усвоено. Мне уже здесь не нравится, здесь пахнет. Ну а как же принцесса сможет без этого? Вы же выбрали классическое направление. На чем вы хотели ездить? Кабриолет розовый, Мерседес или Бентли. А не вот это, которое делает Ашки. Это классика! Ну ладно, попробую его погладить. Иди сюда, хороший. Ну, какие у тебя ушки. И очень красивая грива. Он ест и не обращает на меня внимания. Конечно, он приличный конь. Когда я ем, я глух и нем. Как он вас хорошо понимает? Вы что, с лошадьми умеете разговаривать? Конечно. Офигеть вообще. Ну ладно, я готова. Сажайте меня. Но тогда welcome в конюшню. Привет, какой ты красивый! Какие у тебя ушки! Вообще восторг! А зовут его Лёлик. А еще есть пират. Посмотрите, какой красавчик. Он белый с коричневым. Очень красивая лошадка. А это маэстро. Ну, какие у тебя ноздри большие. Даже не знаю, на каком я сейчас поеду. Они все красавчики. Вот видишь, ты уже втягиваешься в принцессовое ремесло. Какая красивая лошадка. Его зовут Гранит. Ну что, приступим к уроку. Залезай. Как это залезать? Лошадь высокая. Для этого есть лестница. Ну вот, разобралась. Как я высоко! Я на вершине мира! Пожелайте мне удачи! Молодец, молодец. Так же, как и я, очень любишь покушать. Покушай, покушай. Так, мы сюда не для этого пришли. Твоя задача – научиться ездить на нем, а не научиться его кормить. Как я могу отказать лошадке? Ну вот, уже есть прогресс. А столько было недовольства в начале. Я уже немножечко освоилась. Хорошо, что мы едем не быстро. Тогда самое время переходить на галоп. Что? Нет! Стойте! Подождите! Это мой первый урок верховой езды. Думаю, что я справилась. Финальное задание. Осталось слезть. Спасибо, лошадка. Нет, дорогая Барби, финальное задание – убирать навоз. Только не навоз! Это же не занятие для принцессы!
Какой следующий урок? Фехтование? Нет, следующий урок – как найти принца и выйти за него замуж за 3 дня. Так-то у меня есть принц. Я с ним в школе целый день провела. Замуж вышла? Да нет, конечно. Говорю же, в школе было дело. Я вообще-то училась. Значит, идешь на урок. Ну ладно, давайте. Пройдемте на учебную площадку. Итак, для того, чтобы найти мужа, в первую очередь нужно найти правильное место. И все? Просто стоять и ждать? Конечно. Да так бывает только в сказках. Вы ничего не путаете? Барби, ты разговариваешь с профессионалом. Сомневаюсь, что кто-то подойдет. О, Барби, ты тоже тут? Да. Ну я же говорила. А это что за тетка? Какая тетка? Это кого он там теткой назвал? Нет там никого. Барби, я так давно тебя искал, ведь я еще в школе понял, что ты моя судьба. Правда? Тогда, может быть, ты сейчас согласишься стать моей женой? Колечко из травинки. Ну, кольцо мог бы и подороже подобрать. Ну, что ты решила? Ой-ё, это такой ответственный выбор. Давай, давай, не ломайся. Ну, хорошо. Я согласна. Свадьба! Готова ли ты, Барби, стать моей женой? Да, готова. А ты, Кен, готов стать моим мужем? Ну, да, да, конечно же. Можете поцеловать невесту. Значит, у дочери свадьба, а мать ни сном, ни духом. Мама? Мама? А ну не мамкай мне тут! Я вижу, ты дочка выросла, самостоятельная стала. Мам, ну я вообще-то ходила в школу, в институт Барби. И вот, познакомься, это Кен. Здравствуйте. Я же тебе говорила, никаких парней, только учеба, а ты что? Мам, ну не злись, я же просто хочу быть счастливой. Мало ли что ты хочешь. Я вот хотела, чтобы ты стала самой лучшей куклой. Не плачь на людях, посмотри, на кого ты похожа, а ну быстро иди умойся. Подождите, девочки, давайте все успокоимся. Мама, хотите, мы вам подарим собаку? Собаку? Хочу. А когда? Когда вот здесь вот 5 миллионов будет, сразу и подарим. Все вы так говорите. Ну ладно, согласна. Кен, ты такой умный. Главное, что красивый. И очень скромный. Да. Давай же уже засыпай, маленькая. Кен, а ну-ка перестань храпеть, от твоего храпа ребенок не может заснуть. Я что, виноват, что ли? У меня с пластиком проблема, износился с годами. О, я больше не могу, иди хоть молочка принеси. Ладно, ладно, Барби, не кипишуй, сейчас все будет. Ну где он носит? Вот, смотри, лучшая еда для детей. Ты в своем уме? Или твои пластмассовые мозги вообще перестали соображать? У меня их не было, мне вообще-то в наборе не давали. Как мне все надоело. Да, согласен, это оказалось немного сложнее, чем мы ожидали. Что же выбрать? Это очень сложно. Ну ладно. Какая же ты неумеха! Вот у меня мамочки не было в помощницах. Вот, держи плед, она у тебя, очевидно, замерзла. Спасибо, мам! Я вообще не удивлена, что она у тебя плачет, если вы этим кормите ребенка. Нет, нет, мам, ты чего? Это все Кен. Я таким не кормила. Я ж тебе сразу сказала, что он олух. И собаку мне не подарил. Вообще-то я ищу тут. А во-вторых, нет 5 миллионов. Все вы мужики одинаковые. Даже одни и те же отговорки используете. Дотя, ты будь с ним это пожестче. Вот не повезло с тещей. Эй, Барби! Доброе утро! Ты как? Да вот, краска совсем сползла. Кажется, снова нужно рисовать. О, у меня это... спазмы опять! Ты глянь, твой сустав совсем отломался!
Нога-то моя вообще совсем расшаталась. Хорошо, хоть на помойку не выкинули, как твою мать. Ты плохим словом ее не поминай. Святая женщина была. Согласен, отчасти. От какой такой части? От твоего сустава, что ли? Ты знаешь, а я и не знаю, зачем я это сказал. Мозгов-то в комплекте не было. Так, проверка игрушек, становись. Ой, Кен, Барби, ну вы выглядите уже совсем не идеально. Ну так нам уже почти 100 лет. 101. Это тебе. Ой, все, не надо этих отговорок. Проходим на помойку, не толпимся. Все, дорогая, конец походу. Вы не имеете права. Глупости, конечно, имею. До свидания. Ну, все, гейм овер. Неплохо было, скажи. Вот, блин, выкинула из игры, прикиньте! Ну, Ань, с кем не бывает. Так, освобождай кресло, теперь моя очередь. Садись, но будь аккуратна. На уровне с Кеном выбирай учебу. Чего? Учебу? Ну а вам, ребята, как это видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на наш канал. И на все наши соцсети. Всех обнимаем и любим. Ставь лайк и подпишись на наш канал.